Председатель окружного совета депутатов Татьяна Одинцова в рамках проекта партии «Единая Россия. Здоровое будущее» проверила готовность детского летнего лагеря при Новогородской школе к старту оздоровительной кампании. По итогам проверки было предложено доработать план мероприятий с детьми, а также задействовать соседний дом культуры и спортивные школы Старого городка. Всего в летний период на базе муниципальных общеобразовательных учреждений будет организована сеть летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе 34 общеобразовательных учреждений. Кроме того, будут организованы специализированные смены для детей-инвалидов и профильные смены для детей, состоящих на учете в КДН. Также ребят ждут походы и экскурсии, юноармейские отряды, летние площадки на территории школ. Всего в летней оздоровительной кампании на базе образовательных учреждений будет задействовано 24 876 обучающихся.